Таджикистан у нас удивительная республика. Хотя мы говорим, 97% занимают горы, но это горы не все же одинаковые. Если мы рельефы, картины рельефа посмотрим, горы, два одинаковых не увидишь. В течение полгода я готовил эту выставку, где около 400 фотографий здесь. Значит, фотографии здесь представлены Таджикистан. Кроме Таджикистана, в некоторых странах, где я побывал. Кроме этого, я здесь две серии фотографий поставил, чтобы познакомить наших зрителей возможностью фотоаппарата. Здесь два стенда, есть около 12 фотографий, которые снят природы с помощью фотоаппарата, который имеет программу иллюстрации. Я хотел показать, чтобы многие любители, фотолюбители могли бы работать фотоаппарат как художник, как будто нарисованным акварельной краской или масляной краской. Выставил серии фантазии природы. Потому что природа у нас очень интересная, разнообразная, но мы иногда не наблюдаем сами, мимо проходим, не замечаем. Я очень часто в природе бываю, и более пейзаж мне больше нравится. Но кроме этого, мне здесь очень большая серия портретов. Портреты наших жителей Таджикистана. Здесь разными профессиями. Эта девушка рядом, она студентка мединститута была. Это давно снято. Мне понравился ее профиль. И кое-как ее уговорил. Поскольку на улице профиль снят не получился, так я попросил ее студию свет, что со светом снят. Потом контровый свет поставил ей. И снять, чтобы в этом больше выделялся, во-первых, как художник фотографии был, во-вторых, чтобы выделить им его профиль и лицо. Здесь наездник, Хурджуме, двое дети. Я возвращался из Кандаркуля и увидел вот эту сцену, что на лошади Хурджуме вместо груза таскает этих детей. И остановил машину, побежал назад, и даже наездник я не остановил, чтобы его состояние не изменилось. Оказалось, он живет рядом здесь в кишлаке и детей везет в гости.